Всем привет, друзья и гости канала. Сегодня будем делать обзор мода в игре Truck Simulator 2. Мод называется грузовик Mercedes LPS 1632. Модель. Как знаем, модель уже это поколение старого. Модель этого красавица. Старого поколения, могу сказать так. Так вот, как-то так. Такие были Мерседесы. Мерседесы 1632. 80-х, 90-х годах. 90-х годах где-то такие были. 80-е, 90-е годы. Мерсы были, как вышли. Ну, мэр стандарт. Такой когда-то был. 70-90-е годы. Так. Находится Мерс в магазине Mercedes-Benz, ребята. В магазине Mercedes-Benz находится. Это ясно. Потому что там сам Mercedes и Mercedes-Benz находится. Так. Косяки. Что я сразу заметил, ребята? Тут как-то не видно, черно. Как это выглядит? Подождите, как это так сделал автор? Под низом, видите, черно. Вообще ничего не видно. Как будто... Не знаю, как-то. Не очень как-то по низом видно все это. Дальше минус какой, сразу говорю вам. Дальше минус у нас идет колеса, ребята. Я сразу заметил эти колеса. Эти колеса от КамАЗа. Машины. Ну, КамАЗ. От КамАЗа эти колеса. КамАЗовские колеса стоят. Поставил. А почему, не знаю. Довольно прикольно с КамАЗовским. КамАЗовским колесом. Колесами. Выглядит довольно нормально. Что было? Заднее КамАЗовское, переднее КамАЗовское колесо. Переднее колесо КамАЗовское. Ну, такие небольшие косяки есть, ребята. Ну... Посмотрим мы еще. В принципе, тут сделано как бы неплохо, тут все сделано, такие подключают. Вот, отлично. Так у нас Мерсик сегодня будет на обзоре. Посмотрим, как он что. Как он ведет, ну знаете. Как всегда. Куда-то покинем салон. Так, входим. Путь нажимаем. Все, загрузка пошла. С удовольствием, ребята. Валим! Валим! Ребята! Сейчас тюнинг сделаем, потюнингуем немного его, знаете, мы смотрим, какие там что замечены. Может, что можно поменять, или мотор, или что можно, не знаю. Короче, посмотрим. Да-да. Не могу про это ничего сказать, потому что я не пробовал. Ну что же, загрузка идет, валит. Ладно, пускай идет. Вот, ребята, вот такой у нас красавец Мерс. Довольно прикольный, ничего. Косяки вроде таких больших нету. Это салончик такой. Да нет, только потюнингуем. Сейчас его надо назад давать. Цвет может поменяем, как мне очень серебряный цвет нравится. Надо. Так. Локация. Так, кабина. Только одна кабина есть, ну такая. Шасси. 4 на 2. Шасси на нормально. Мотор. Может нет таких мотор. Двигатель. Двигатель нету. Двигатель. Так. Трансмиссии нету. Стандартная трансмиссия. Ну ладно, кстати. Тоже ничего нету. Интерфейс. Так, цвет. Какой же цвет тут был? Такой, как бы, знаете, серебряный как-то не подходит к нему, не знаю. Не очень как-то смотрит. Сейчас мы это сделаем. Поколдуем немного, знаете. Не очень. Не очень. Сейчас я по салату иду. Вот, ребята.
красоте. Какой бы это у нас будет цвет? Салатовый, ребята, цвет будет. Отлично, что ли? Отлично смотрится, ребята. Салатовый цвет. Это круто, смотрите. Ух, сияет целый Мерседес. Что он такое? И табличка, табличка. Нет, ничего. Колеса, какие колеса не имеет. Видимо, колеса надо поставить. Не знаю, как колеса. Ну, мне такие больше нравятся. У меня там диски. От КамАЗа как-то это, ну... Ой. Ну, это вообще от КамАЗа. Ну, прямо... Колеса. Ну, какие... Я не знаю, как это, знаете. Пускай лучше КамАЗовские, блин, будут. И только себе, как-то, знаете. И колпаки есть, не такой, знаете, как-то. Пускай чёрный, так больше нравится мне команда. По приколу, типа, знаете. Так, ребята. Так, будем тюнинговать наш Мерседес. Старенький, добрый Мерседес. Ну все, ребята, в принципе, тут все больше мы не натюнингуем. Ничего такого нету. Пишет таких. Все, ребята, нашли салон, аксессуары. Так, табличку нельзя. Это тоже табличка. Это не табличка, а что-то. Так, эту табличку не будем ставить, это нахер надо. Ну что, ребята, ну все. Что я больше могу сказать, ребята? Ну все, ребята, что я могу тут больше тыкнуть? Теперь ничего тут больше не надо. Да и все, ничего не можно в салоне тыкнуть, ничего не надо. А здесь-то рация стоит. Интересно, вентилятор, вы все знаете. Ну все, в принципе, мы бы затюнинговали его. 5000. Все, обошлось. Здорово, ребята, здорово. Здорово. Заводим наш. Брата, что это заметил красиво. Это видите фокус, ребята. Видите ключик? Заводит. Стойте. У тебя квест не поседает в салоне. Так. Сигнал. Сигнал такой занятный. Хороший сигнал, ребят. Хороший сигнал. Так, личка. Так, даже щетки. Так, такой вариант здесь. Быстро, на максимум уже скорость. Пип-щетки идет. Пип-щетки поставлены. Щетки. Все, это так, средняя, это уже максимум идет. Щетки. Нормально. Все. Уже первый рывок этой машины. Прицепа только сейчас. Только. Я на проезжую часть. Вас нажал нейтралку. Хотя это, извините, это за голос, может, такой не очень. Может, я заболел, не знаю. Так, знаете, плохо. Заболел, так не очень так могу. Кстати, в принципе, салон, в принципе. В принципе, так. Нормально. Медведь поставили, медведи. Ковер. Когда там дяди у нас будут эти. Мода была такая. Круто. Полочки всякие тут, тут вентилятор, тут горячо, как сейчас летом. Это рация тут, знаете, все. А кстати, вот, ребята, я забыл вам показать, еще тут одни фокусы, смотрите, хоп, 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 хоп. Это, ребята, ручник работает, ручник тормоза. Ручник, смотрите, хоп, хоп. Ручник, ребята, тормоза работает, смотрите, хоп, 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 хоп. Так, не Томас работает. Оп. Такой фишку. Ключка заводится, сделана. И как двигается этот. Знаете, Томас. Оп. Все, ребята. И ключ двигается. Дома двигается. А скорость, я смотрю, так не очень.
Гуза прокатимся по кругу, потом груз поднимем. Сияй целый наш мэпс. Наш мэпс. Так, осторожненько. Скутимся по-быстрому, назад поедем. Возьмем на бензоколонке. Ой, сегодня как-то, знаете, заболел, так не очень как-то, думаю, не снимать. Ну ладно, думаю, сниму уже. Хер с ней. Температура как-то плохо. Ну, чувствуете, знаете. Это не очень хорошо, что я чувствую себя так. Знаете, извините, если такой голос не очень больного. В принципе, валит. В принципе, могу сказать так, валит. Сейчас еще прицепим. Он как он с прицепом будет валить? На фирму заедем, как всегда, на фирму. Хотя еще валяется, круто. Чак на твой не очень как. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще не стукнуться за дорогой. В принципе, смотрите, ну что, занятый. Цвет поставили. Салатовый такой, знаете. Салатовый цвет. Так, вот фирму как всегда заряжаем эту. Нам тут близко на эту фирму заехать. Тормози, в принципе, резко. Да, ребята, в принципе, резко там тормоз резкий. Знаешь, ну выше посмотрим. Такой, знаете, ничего, в принципе, нет. Конечно, зеркала маленькие тут, ну такое и были, наверное, в жизни. Что он сделал? Знаешь, не люблю такие маленькие зеркала, конечно. Ничего ни хрена не видно в этих зеркалах, понимаете? В общем, минус. Не люблю такие маленькие зеркала на грузовых машинах. Тем более в грузовых машинах такие зеркала маленькие. Какие ж ничего не видно вообще. Видимость никакая. Бензокабина так видимость нормально. Ну там в зеркалах не очень видно. Все. Зад завать очень тяжело по зеркалам. Таким маленьким. Давайте это рации. Ну что же, ребята, ну видите, я уже сейчас пришел, ну это что ж. Ладно. Дальше продвигаемся.
А фильм мы едем как хотели. Всю дорогу, подождите. Я тут не то еду. Она может контейнер какие можно вести, не знаю, все знает. Через мой очень хочется, да, знаете, ехать. Ну, где-то придется через море ебашить. Ну, в принципе, Томас резкий. Как баранка. В принципе, управляем по сравнению, как наш, я вчера делал на ЗИЛ. То есть первый обзор. Мерседес, ну, поворотливый довольно, как вы знаете. Не заносит так, на поворотах резко. Если быстро там мозит резко, в общем, плюс у него. Ни хрена нету. Ё-моё, ни хрена не повезли нам с моря. Контейнеров. Сад сдаем. Давайте через море ебашить. Брата. Ну, не была бы это, не была. Это тень, блин, тоже повторится. Минусов вообще, ребята, нету. Нету в этом минусов. Не думайте, что минусы есть. Вообще нету, ребят. Радоваться надо, ребята. Все на фильм, заедем сейчас. Все на фильм заскочим. Блять. Только выехал. Опять, блять. Заскочим по дороге, знаю, где все. Вот такая херня уже. Блять, снизу надо. Как я там попаду? Скучимся, потому что не вывалю. В принципе, не заносит вообще. Я спрашиваю, ты, блядь, куда нахуй едешь, долбоёб ты? Пиздар ебаный, блядь. Это нам... Специально, блядь, едешь, подрезать. Мерс едешь, за что, блядь, попусти нахуй, может. А ты хуй, хера вам. В принципе, тут показано, а вы, наверное, выехал, блядь? Приехал в эту. Ну, тут надо, блядь, а я еду хуй знает где. Под низом надо, как ты не забежи. Ну, где-то, наверное, блядь. Хер знает. А, то что там, блядь, я уже забыл, блядь. Война. Буквально, ребята, ебашим. Вообще не тупица, ну где я попал, ёб твою мать. Как там это снимать, придётся брать через море ебашить, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой, как это не ходит, как я знаю, ебашить. Фу-ху-ху-ху. Это, знаете, за больном как хочется. Я хочу здесь, ну, думаю, сделаю. Хотел очень, думал, видео, но ладно. Заодно заедем, по циклам заедем, ну, починимся немного, знаете. Оставать, будем оставаться сегодня без поломок в этой машине. Потому что приятная машина такая, резкая такая, знаете. Потому что баранку в жизни, очень тяжело, я знаю, что баранку был против этой Мерси. Мерси этом. 1632. Потому что баранка это, знаете, какая-то тонкая, ребята. И почти таких нет уже. Видишь, FPS, ребята, сумасшедшие, ребята. FPS, ребята, даже больше, чем в стандартных машинах. Так, ребята, это круто. Это, ребята, знаете, FPS, это на них живет. Вообще круто это.
Да, просто полегче. Где ребята, пожалуйста? Как он, ребята? Все знает. Сыкачки чуть-чуть, еще поменьше. О, уже прицепили, сейчас я ему, ну, прицеплять прицеп будем. Это его будет прицепом. Честно говоря, прицепом еще на этой машине не ездил. Да, это будет очень тяжело крутить такой. Тонкий он, знаете, такой не очень как-то. Надо усилия очень. Надо же так усилителей не было. Где я так был? В газоне не был. В этом. В этом так тоже. Очень тяжело иметь этот прицеп. Да-да. С прицепом первый урок. Сколько тонн подключить тащим? Груз. 18 тонн, ребята, тащим. 18 тонн, ребята, идет, ребята. 18 тонн тащим. Ну, это как 18 тонн? Будет, наверное, тяжеловато ему. Ну, а может, нет, подождите, не будем. Каток на медленно будет подъезжать. Ну, ладно, не будем чиниться, поедем. Спим, я с прицепом. Что было? И теперь... Такой выглядит класс, тяга ненормально. И побьет. 18 тонн. 17 тонн тащим. Бьет. 17 тонн. 18 тонн, ребята, тащим. Конечно, тяжелее, чем негруженный, но... Знаете. И, кстати, в этом мне нравится звук такой приятный. Послушайте только. Спасибо, только путь это. Я там цеп. Слушайте, это, ребята, только звук этот, этой машины, этого грузовика Мерседеса. Звук, ребята, вообще приятный, послушайте только. Слышите? Какой звук как валит. Какой у нас... Звук очень приятный, мне нравится. Я обалдею этот звук, может, до этого. А, слышите? Круто, ребята. Ребята, как круто. Ну что ты, где мы тут? Вот, мосту. Блять, дождь еще пошел. Нахуй мне за дождь? Что, едет? Максимум это скорость. Еще так этих. Это для нас того же не будем понять. Не знаю. Бля, с него сюда не бить. Будем. Вот пацаны красиво. И у нас скриншот. Какой дождь по поливной пошел? Игоря. Блять, ты чё делаешь, пидор ебаный? Побочить, сука, не мог. Взлом. Да. Прикиньте, не побочить, блядь, не мог никак. Поумный, блядь. Бьет себе, блядь. Видишь, едет, я не вижу его. А он побочить не мог. Едет, завалит, блядь. Так и мой, нахуй. Пофиг.
Туман, некрасиво. Побила ты, ребята. 18 тонн, 18 тонн тащим, ребята. Пока нормально идет. 75 идет. Ну, нормально скорость. Куда спешите, ребята, на эти? Ребята, дольше прокатиться, наверное, сейчас это. Надеюсь. Блять, лед. Лед, дождь. Сколько может лить он? 87, идем. Соточку хотя бы выйдем. 90. Уже, блядь, чувствуется. Чувствуется уже на дороге 92. Там, так не надо задуматься. Но... Вот тут не очень, а вот такой веский. Слабый блин. Идет дождь. Лед, ем. Вот. Лед еще. Не ошибись. Понял, ничего не видно. Охренеть. Так, было в один сюда выглядит. Мы немного, конечно, лагать. Испугайтесь, ребята. Так, спокойно. Вот заходим вроде бы. Как бы это на погон отойдем. Блять, прицеп. Не надо прицеп найти. Даже вы не тут поехал. Что за зараза, а? Было только что. Хотя как раз, не знаю. Мне, конечно, свет как горит, не смотрел. Ребята! Я в шоке! Блять, круто горит, посмотрите. Отлично, ребята! Круто, хорошо горит свет, блять. Не будем матизаться, ребята. Я в шоке. Даже, смотрите, панель это горит, посмотрите. Только вы. Панель это говорит, тут все, горит свет, это красиво, смотрите, как будет. Ух, красавец, да? Далее горит, это горит, что это некрасиво. Все горит, дом это горит, это все кнопочки, радио горит, это все, накатывает. Все, кнопочки горят все почти. Кнопочки горят все. Круто, ребята! Ладно, потом. Выключаем свет. Вот, ребята, зашибенные, ребята. Косяки, конечно, есть, но не будем обращать на них, как говорится, внимание на эти косяки, знаете. Не будем внимания на обращать на эти косяки, все. Хорошо, в путь. Сейчас на пароме едем, ребята. Денежки сняли нам. Ну что ж, сейчас на пароме и башим. Угу. Ночь, ребята. Охренеть, да? Не знаю, поспать, наверное, блядь. Как я тут ночью поеду. Если мы поспим, надо поспать будет. Ну и спать. Ну поди есть что-то на дороге на это. Сейчас, конечно, сделаем, да, это груз дадим. Хочется в темноте делать груз. Это, знаете, мне не нравится. Так, ребята. Так. Вот, валим, валим, валим. Показывает, ребята. Конечно, было, так, знаете, как-то не очень
Что-то, ну, тут будет другая, конечно, по-любому. В этот центр города. Да, не, или как там называется, знаю. Поле ночи. Давай же ты, догоняйся. Видите, нахер, скажи, что это помню, тест сделал, они тут ловят меня. Ой, нехорошая. Ах ты ж, я же не так быстро не гнал, что ты меня тут сразу оштрафовал? Что я сделал такое? Я ехал тебе. Я, блядь, сделал сразу штрафанул меня. Охренеть просто. Я просто охренею. Какие они жесткие у нас, посмотрите. Ёбаный в рот, это пиздец. Было бы это не было. Бля, что ты будешь делать? Я не понимаю. Понимаю. Что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Ой, ребята. Так, поставим спать. Приятно. Какой у нас бен. О, ой, 9 утра, красоте. Наконец-таки светло. Сейчас будет скриншот делать будем. Будем сейчас круз давать. На этом закончим это. Спокойно. Так вот так вот у меня смешно друг другу. Ну, сорока не такая, знаете, красивая. У меня машина, по-моему, что сделать, все. А, типа, все вместо. Ну, так он как-то занимает, не очень. Вот, все. Дальше. Не за мной, не за разом. Идите вы нахер со своими штрафами, блядь. Ну вот, каким мы сюда вот такой, кто сделал? Слушай, я же на фото еду, а вот я. Нет, как-то знаете, надо там не делать. Вот так же, вот все будут смотреться, думаю. Так, я смотрю, сделаем все, ребята. Будет красиво смотреться. Сюда. Это тоже сюда. Это сюда. Все на максимум, чтобы красиво все было. Чики-пики, как говорится. Вот так мне больше нравится. Так, таким макаром как-то делаешь. Угу.
Стефан. Все. Отлично. Его сдаем. Нравится мне рисовать инсульт. Не знаю, как он, но мне очень нравится рисовать инсульт. Я бы скачу сейчас, или не очень. Нет, сплю нормально, не иду. Частник. Так. Ребята. Сейчас даем. Давай тоже косяки. Как быстро разгоняют на панели, здесь кушайте, брата. Как-то так, находим. Верно идем, верно идем. Мы зайдем. Вот это большое, это будет так не очень большое. Зашел, ну знаете, еще. Вот типа конечно. Ну что же, ребята, сейчас мы цепь загоним. Так, стоп. Это загонять, не загонять, знаете. Теперь заход. Ой, стоп. Не косяк, знаете. Главное, машину красиво было поставлено, знаете, чтобы красиво. Все, ребята, вот так мы, ребята, подговаривали прицеп, сейчас будем. Сцепка пошла. Приемлемо. Нормально, ребята, приемлемо. Это спасибо, конечно, тоже. Все, ребята, мы прицеп сами сдали на фирму. Стоит, остался, да ладно. Что, ребята, сейчас, ребята. Так, погоняем просто. Еще немного поговорим. Поговорим, расскажу еще немного. Поговорим. В принципе, нормально. Ребят, значит, как он так почти не заносит, посмотри, как все вчера зил наносило на пол. Сейчас рывок делать, кого его будет. Пока нету повода, сейчас. Сейчас за город едем, ну ладно, все с ним. Валим за город, в принципе. Очень красивый пейзаж за городом. Море, смотрите, какая красота, а? Ух, море красивое, море большая. Видите, какое красивое море.
Ну, батя, извините, поболел немного, тут, знаете. Не очень хорошо чувствую себя, знаете. Кашель там, да. Насморк, все, знаете, в дом. Ну, максимум, потом бы спеца попробую загнать. Ему соточку повалит, ребята. Я знаю, что получается. Соточку, да, соточку же валим. Все, соточку, больше соточки идем. Блин, вообще заносов нет, ребята. Как это круто. Как это хорошо. 111 идем. 112. 113. Кочегарим. Так. 118. 119. Кочегарим. 121. 120, ребята, идем. Ну, разумеется, на бок буду, что заезжаем. Ну, как вот зайдет. Нормально, думаю, зайдет. Ребята, вообще, ребята! Бляха, 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 куда ты, долбоёб, едешь, ты? Кстати, попустил бы. Ай-яй-яй-яй, нехорошо. Бляха, заходит, ребята! Какие повороты, смотрите, без проблем его. Пошел, ё-моё. Это было, конечно, жестко. Хер с ним. 112 идем, 113, возгоняется, ребята. Прикиньте себе. Старый мэпс. Бля, это круто. Нормально. Кстати, написано на ключе написано Mercedes-Benz. И правильно, на Mercedes ключе. Вот это Mercedes-Benz. Сейчас повод резкий такой. Градус очень большой поворот был. И то заходит, ребята. В таких поворотах. 114. Дил бы давно уже не зашел бы. 80 хеп зайдет Дил. В принципе, держит долг. Держит, ребята. Вообще, ребята, кабине FPS не проседает. Все, ребята. Качайте, нахваляйтесь с модом. 120 идем. Валит, ребята, 120, 120 идем, 140. Как быстро едет, а? 117. Скорость просто сумасшедшая, как говорится, скорость сумасшедшая. Это, знаете. Быстрый, быстрый, без прицепа вообще валит. Без прицепа даже валит, суточку может разгнаться, если так сгорки. Знаете. Ой-ой-ой. Вообще. Значит, извините, ребята. Окей. Так, значит, извините. Вообще. Рекламы, вирус. Не, вирус, ну просто рекламы где-то заловил. Сейчас рекламы где-то мешает, знаете. Хер себе, не знаю. Думаешь, все нормально. 118 идем, 120 сейчас будет опять. 120 выжимаем, ребята. Без проблем, как говорится, знаете. Вставляем, очагаем 120, то даже 130, я думаю, разгонится без горки. Без проблем. 120 это точно. Валим. 130 точно. Я говорю, что буду 130 разгонится. 120 если валим, 130 тоже разгонится. Вот так. Скорость вообще будет. Ух ты, это, ребята, было страшно. Сейчас, бля. Ух ты ж. Да, круто было. Только что. Только что было очень круто, ребята, знаете. Это просто балдею. Езжу на этом Мерседесе, ребята. Я, знаете, такое ощущение, мне нравится. Приятно на нем, знаете. Просто, ребята, знаете, приятно. Ну, всем будет приятно. Потому что мод отличный. Все сделано, и салон красивый. Все, что надо будет, ребята. Значит, косяки, конечно, маленькие есть, но обращайте в это внимание, знаете. Косяки. Так, в принципе, идет соточку и без проблем идет.
А, если прицеп аномально валит таким 16 тонн. Шлизна видели, как было аномально. Что два-то, знаете, еще два-то выдумывать, знаете, в принципе. Какой еще заходим, подождите. Это сейчас жесткий повод будет. Че, вы еще бы это не заносит, смотрите, какая скорость. 118 идем. 120. 122. По легковой бы это идем. Очень надо радовать меня. Очень быстрый этот Макс. Валит только так. Разгон берет быстро. Кочегарит, как говорится. Быстро. Распробуй 200. Сивера. Схапали нам. О, да ладно. Да, блин. Ой-ой-ой. О, бляха, зашел. Ребята, зашел, сейчас было классно. Ну что, ребята, все, ребята. Можно заканчивать, ребята, уже. Что тут, брат, знаете, говорится, тянуть. Я в это удовольствие получаю. И буду на нем кататься. Так это, ребята. На наслаждаться покатаюсь, знаешь, что мне нравится, не знаю как вам, но мне эмоции, знаете, положительные в этом моде. И ключ двигается, все, и ученик, когда его двигается, все. Заводим это. Все, это уже. Все, надо это заглохнуть. Ключ, видите, как двигается. Ребята, салон просто шикарный, ребята. Нет чему передаваться, знаете. Как реалистично, как реальности. Круто. Все есть, ребята. Все. Красивый салон. Рудины красивые. Ну что же, ребята. Что могу сказать о моде? Крутой мод, ребята. Хоть какие-то косяки есть там. Ну не обращайте внимания. Просто качайте, нахождайтесь игру. Еще раз вам говорю. Очень мод занятный такой. Я просто как есть на этом Мерсе. Так удовольствие получал от этой игры. Представляете? Это очень хороший мод. Очень красивый. Все почти. Автопобот почти. 10 с плюсом. Ну, конечно, не счастье косяки, знаете, тогда девятка поставили. А так 10 плюсов, знаете. А так выработал. Не знаю, как ему, но мне это очень понравилось. Я очень такую машину очень люблю. Красивый салон. Ну что, вам, думаю, все понравится этот мод. Ну все, ребята. Качайте, ребята, не пожалеете. Послушайте меня. Все, ребята, на это будем заканчивать. Увидимся, друзья, продолжим. Всем пока! Всем пока!